Городок. Ремонтников приходится вызывать, а потом долго ждать. Но это не так уж плохо. Гораздо хуже, когда они приходят сами. Причем безо всякого вызова. Что, ничего не перепутали? Девушка. Кто сказал? Седьмая линия. Это пятая. Наш адрес — пятая линия. А это седьмая линия. Стирайте все, пожалуйста. Да. А? Ремонт делаю. Так это не наш магазин, ремонт делает. Бригадирша только что пришла, сказала, она надо красить. Надо стереть это, она сказала, а не намазать. Не, она мне сказала красить, девушка, вы что? Пусть бригадир придет и мне об этом скажет. Договорились? Она говорит-то еле-еле может. Она мне сказала, давай крась. Я крашу. Кто сказал, что здесь надо... Бригадир сказал. Девчонка, она глухонемая у вас, да? Ну да, она такая немножко странноватая у нас. Показал бумажку. Я бригадиров не выбираю себе. Понятно. Мне сказали красить, я закрашу. Не, не надо закрашивать. Пока молодой это... человек, у меня руками, пожалуйста. Осторожно. Я... Пока не надо красить, потому что как смывать придется. Смывать? Фирма гарантирует железную смывку. Да, ну пока. Я только крашу. Вы мне не мешайте, пожалуйста. В самом деле, у тебя в голове что-нибудь это... Просто хочу узнать. Все у меня отлично. Поэтому я тебе говорю, постой пока, подожди. Красить? Все равно красить. Красить, да? Нет, не красить. Пошли к бригадиру. Ну, пойдемте к бригадиру. Пойдемте. Только не трогайте. Не-не-не, девушка, вы что, я не дабы. Посмотрите вот сюда, пожалуйста. Вы в городке. Что вы делаете? Что вы делаете? Объясните. Ремонт. Какой ремонт? Смывайте. Делаете? Хорошо. А что вы красите? Окно. Юрий Николаевич приказал. Я понятия не имею, кто такой Юрий Николаевич. Как понятия не имею? Я зарабатываю деньги, нет, да вы нет. Что? Вызывайте милицию. Милицию? Какую милицию? Я же с вами драться не буду. Вы с ума сошли? Как можно подойти вон туда и покрасить? Вы в эфире, да, городка. Я все скрытая камера. Смотрите, вот да на вас. Вижу. Красим. Точнее, защищаем ваши окна. Да. Да. Дверь не трогайте, не трогайте. Как это не трогать? Да пусть она отпустит, пусть она испачкается. Слышите, что я вам говорю? Не, ребята, если я не покрою... Я беру ответственность на себя. Ты что? Да. Ответственность на нас упадет. Нет, короче. Нельзя это красить. Вы что, знаете, сколько эта дверь стоит? Я человек подневольный. Мне сказали, я крашу. Кто сказал? Там Юрий Николаевич. Где он? Как его найти? Юрий Николаевич? Да. Вон он сидит, ребят. Красная вот машина. Ну,
смотри, голова. Чемпион мира по боксу. Красит вам окна. Силами не будем мериться. Сейчас помоем.